Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича Романова на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 году он издал указ, согласно которому на торговых судах должны подниматься бело-синий-красный флаг. Осталась загадкой и выбор цветов флага России. Считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущие русским людям. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у прохожих о значении цветов российского флага. Что из этого вышло, смотрите далее. Ну вот, наверное, вот правильно, с чистотой. С чистотой. Белый цвет это мой вообще цвет. Белый это чистота. И белый, и голубой цвет. Да, это море, это отдых, праздник. Ну вот красный. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета, но там, наверное, что-нибудь в таком будет. Красный цвет, это красный, это праздник. Всю жизнь был цвет красный. Наш. Советского Союза, а мы же родились в Советском Союзе. Ой, нет, давайте я не буду отвечать. Нет мыслей вообще никаких. Нет. Нет. А там, наверное, с каким-нибудь просто со старыми, ну, до этого флагами связанными цветами, там что-нибудь собирательное. Ну, синий, там не синий, голубой цвет, то есть голубое небо, скорее всего, красный это какая-то... Ну, кровь, ну, что-то такое воинственное, серьезное, красное, белое, ну, нейтральный цвет, и, в принципе, он, ну, не знаю, какой-то нейтралитет, мир, наверное. Не знаю, честно. Не знаете, вообще нет никаких ассоциаций. Вы не к тем обратились, мы тупые. Я смотрю, ну, есть он флаг этот. Ну, цвета же должны что-то означать. Ну, для кого-то может означать, для меня вот как-то все цвета, мне кажется, все одинаковые. А красный? Отвага какая-нибудь. Что? Отвага. Белая, ой, забыла, красная, забыла, в общем. Ну, сегодня говорили. Ну, белый это вот, белое небо там над головой. А синий тогда что? А синий как море, что ли, или что-то такое вот. То есть вообще никаких идей? Ну, цвет свободы. Так, хорошо. Все. Все? Спасибо большое. За редким исключением опрошенные нами жители Миассы могли дать ответ на вопрос о значении цветов российского флага. Еще больше огорчает то, что вопрос поставил в тупик не только молодое поколение, но и людей старшего возраста. Выводы напрашиваются сами собой.